Министр образования Германии Анетте Шаван, которую несколько дней назад лишили ученого звания за плагиат при написании диссертации, покидает свой пост. Об этом на специальной пресс-конференции объявила ее главная защитница, канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как она сама выразилась, прошение об отставке приняла с тяжелым сердцем. В ответном слове Анетте Шаван заявила, что отрицает все обвинения в свой адрес и не признает выводы экспертной комиссии Дюссельдорфского университета, которая анализировала ее рукопись. Скандал разгорелся еще прошлой весной, когда в интернете появилась информация о том, что Шаван в своей научной работе под названием «Личность и совесть» выдавала мысли других авторов за свои собственные. Добавлю, что в 2011-м из-за аналогичной истории с плагиатом диссертации высокого поста лишился глава Минобороны Германии Карл Теодор цу Гутенберг.